Какой сегодня? 20. 20 сентября. Так сказать, перемирие. Первая площадка. Ух ты, мать его, ёб. Твою мать. Дом качает. Не могу, как бы он не упал сейчас. Это да. Ужас. Вот как Порошенко поддерживает перемирие. Смотрим, наслаждаемся. Что-то серьезно горит. Серьезно взрывается. Страшно пипец. Если тут дома качает по шестибалльной шкале, то в эпицентре не знаю. Реально огонь очень яркий. Смотреть. Глазам неприятно. Я не знаю. Добрый день. Ну ладно, ну что-то, блядь, блестит. А? От что это? Взрывается. Ну да. Ты не пойму, дом загорелся, че шо он? Да. Да там горело, там пожарище такое. Это в завод. Наверное. Мне кажется, или площадка, что-то там. Да капец какой-то. Это просто перемирие называется. Да, да, да. Так два взрыва, да, было? Угу. Это как бы даже не три. А потом третий. Было раз, два, а потом третий. Нас уже тут качало вот так. Да, может быть. А все, спалили полностью площадку. Откуда? Он взрывается. Да, я вижу. А что там? Военный завод. Что, это казенный? Здравствуйте. Ля, а что это сверкает? Это что, фосфор? Это же то, что остатки. Значит, было такое. Ну, мы думали, что тут где-то не. У нас-то, кажется, близко, да? Да. У нас там пониже еще близко. А где это? Это что за? Это завод, площадка. А что это было?
Здрасте. Здрасте. Что там? Точка. О, Боже, это вот это вот, да? Алло. А что там? Алло. Ну, ничего, точка у погода. Причем, по-моему, не одна. Не одна. Нет, не на рынке. Это с 10-го видно, как будто магистрально. Мы смотрим сейчас за этой площадкой. Да. Да, по-хорошему да, шибануть может еще и не раз. Там же склады. Ох, ладненько, давай аккуратнее там. Охренеть. Вот наш многострадальный Донецк. Так это что, вам извозится, да? Мы там перемирие. Перемирие, вот оно. Не стрелять. Тактическое оружие против... Мирные жители, да. И эти идиоты еще хотят ядерное создать обратно. А что там находится? Авиационный завод. Авиационный? Ой, какой? Шутреля. 107-й там такой завод был. Военный раньше был завод там. У меня чуть с кресла не выпало. Так тоже самое. Ну, а все. У нас же щели кругом тут такие. Дом такой хиленький. Дом у нас не настолько хиленький, насколько можно казаться. Нет, он вообще-то монолит называется. Но трещины тут такие с ладонь кругом. Представляешь, что там взрывается, еще блестит, понимаешь? Однако. И дайте нам оружие, да?